Такая система должна сделать весь процесс заключения госконтрактов более прозрачным. Кроме того, это позволит контролировать реализацию проектов на каждом из этапов. Не только прозрачность проведения торгов достигается с помощью внедрения именно вашей электронной площадки, а контроль еще и за исполнением контрактов. Сегодня это тоже большой очень бич, когда мы уверены, что кто-то выиграл контракт, исполнит его в срок, исполнит его качественно. А потом, когда уже наступает срок исполнения, мы видим, что далеко-далеко еще до завершения или работы, либо услуг в целом. А если ваша электронная площадка позволит нам контролировать текущий статус исполнения того или иного контракта, то, безусловно, это еще один огромный плюс нашего дальнейшего сотрудничества. Мы планируем сделать этот проект для Краснодарского края абсолютно, я бы сказал бы так, в пилотном режиме. И это не будет для региона стоить ни одной копейки, ни одного рубля. То есть это наша принципиальная позиция. И сегодня мы продемонстрируем уже, что это из себя представляет. На встрече новейшую программу презентовали губернатору. Председатель совета директоров компании Иван Тырышкин рассказал, что сейчас электронная система внедряется в Москве. Сервис признан одним из самых эффективных и проработанных в стране. Важно, чтобы такая площадка стала доступной для представителей малого и среднего бизнеса Краснодарского края, а также для сельхозпроизводителей, акцентировал внимание губернатор. Согласно даже майского указа президента, с 1 января этого года у нас электронные торги. Я максимально здесь выражаю надежду, что электронные торги позволят малому и среднему бизнесу прозрачно принимать участие, в том числе в госзаказах, в госзакупках. Основная задача – сделать прозрачным все, что делает власть в регионе, для меня, по крайней мере, доступным, понятным, чтобы не было разговоров о том, что здесь есть какие-то злоупотребления, от кого бы они ни шли. Электронная площадка станет для предпринимателей края конкурентным преимуществом, добавил Вениамин Кондратьев. Новая система также даст возможность малому и среднему бизнесу осваивать новые рынки сбыта, выходить со своей продукцией в разные регионы страны.